короче, два обдолбыша найдено. Схуяли минус, когда попросили плюс поставить. Чё-то аж хуёво стало. Чё-то какая-то пиздятина вообще, блядь. Чё ты ржёшь-то, блядь, на сове? Ты один из них, нахуй, ёпка. Ржёт, блядь. Хуёво, чё выдал? А чё сова-то? Я что, я чё? Кому я два раза спросил, я понял твою мысль, сочный. Есть токены. Да там не важно, там не обязательно хант, блять, это любой из этих классов нам подойдет, алё, блять. Ну, либо маг. Ну, какой-нибудь дамагер, типа. Да, все, помолчите, пожалуйста. Это, кому... Блядь, ты уже 27 минут сидишь. Да, блять, я могу спросить, блять, у кого не хватает штанов, блять, для второго тирбонуса, или вы будете пиздеть, блять, ёбаный рот. У меня нет второго куска, мне как раз штаны нужны отсюда. Все, баланс идет сюда. Если он ему выпадет, то он потрейдит Рустаму. У Рустама будет один токен. Ты понял, Леша, зачем его ждем? Ну или Игоряна, да. Мне кажется, в танк круче засунуть, не? В танк? Ты... Не вставай, Ирма. Это ДК-шная солидарность, видо. Пизду. Го в каналу. Ну кого все скинуть, а КД понятно. А что там по первому мобу-то не хотел ДПС? Есть инфа? Нахила любого лишь. КД, Руслан, нельзя поесть. Что-то интересно. Ну, старший говорил, лучше ринка есть, если что. Я вообще не ожидал вайпа на этом боссе. А кто ожидал? Бля, ну давайте скажем, что это Бакс виноват, который я ПК был. Парни, кто тратили. Нам все надо по-любому еще два тела. А, два хила. Не просто два тела, а два хила. Да ладно, гоу 19. Нет. У нас уже есть типа это опыт. Значит, ну слушай, дважды не может. Дважды снаряд не падает. Нет. Блин, его просто. Если что, два человека из этого рейда уже убили Галандри. Все нормально. Заебись, в натуре класс. Охуенный битон, по-моему, получилось. Я тоже что-то так сильно расстроен. Охуенный босс, заебатые два токена. Да вы так вообще, блядь, вообще не пукайте, блядь. Тут сидит нахуй, дыхавлен без токена. Интересно, почему? Было в три умных человека в рейде? Было. Не, ну кто, шанс 90%, блядь, если так подумать, знаешь, как бы. Ну может быть это, блядь, не так... Ну ты что, напишешь, блядь, или нет, ебать? Я ник тебе, блядь, вспоминаю, какой тебе ник? Так напиши, блядь, на тебе. Блядь, просто... Ебаться, сраться, блядь. Ждем, просто дайте мне спокойствие, ебать, пожалуйста. У нас так замолчались, я думаю, спуть. А когда ввели вообще? Шагал старый шкаф. Ну, блядь, второй день подряд это ебать. Ну давайте проголосуем, чтобы ответственность была коллективная. Кто готов без альта идти сюда, галочка? А кто хочет альта, крестик, чтобы было 100%? А где, какая кнопка снять себя всю ответственность? Нет, ответственность берем, блядь, на всех коллективных. Я не буду, я уже забыл, что я тут предлагал. Мы как бы 10% вот эти допускаем на то, что... А его можно скинуть вообще? Нет, дверь не откроется. Нет, дверь не открывается, если я не скину. Дверь не открывается. Рустам. Дверь не открывается. Да? Спроси, пожалуйста, кто еще, типа, скатай сейчас на лику им, а то здесь половина объебанных сидит, блядь, не понимают, блядь, не здесь это или нет. Не понимают, где я. Тут я согласен, кстати. Погодите, может вы перефразируете, кто уже убивал этого босса? Давай сделаем вот так вот. Кто? Ада, кто? Почему звание Дуду? Потому что какая-то гильда просто ради кулдауна на камень вступила, я не знаю, что это вообще за гильда. О, ответил. Алло. Это кто? Заходи, блядь. Там токен нужен твой. Да пиздец. Сейчас в этом телефоне, блядь, заебали коллекторы. Какая его там орёт. Сейчас на Глондере идем обратно, да? Просто было интересно, кому представиться. Это кто? Бля, тут кто-то насрал. Да кто, блядь? Я и насрал. У нас только фармин, блядь. С виду баксика нет, на комбу кто-нибудь затаунтит. Ну чё? Да. Соси жопу. Чуть-чуть обосрался. Так, ну чё, давайте. Баксик, да, токен.
Давай. Фармим. Смотри, на коне мчу, смотри. Не, пошли куски полетели, но. Ну, считаю, у Ерки лучше получается. Это прикол какой-то, я не хочу в это играть. Не серьезно, я второй кусок. Он может трейдить его. Мой монг лутанул токен. Ура! А кому его трейдить? Некому, блядь! А не, Бакс купил, по-моему, можно. Вообще никому. Как мне хуёво, блядь, почему не дыха, блядь. Ёбаный рот, блядь. Просто помоги. Блядь, просто идите вы. Охуеть, шок контент, блядь. В смысле, я тебе перед полом сказал, я говорю, сейчас рыжий, смотри, утонет типа токен. Да. Я как точно на твой аккаунт зайдет и все. Да, у нас есть. Пьяно, блядь, и еще забанит, блядь, вообще. Нет, он приедет к ней в гости и будет... Теперь можете инвайтиться на меня. Это он может, он уже выехал, блядь. Ладно, юзаем. Это план, умом, нахер. Это не поможет. У меня знакомый муж. Давайте я вам объясню так. Лучше пусть заберет кусок второй альт, чем заберет его босс. Опытным путем проверено. Ну это уже слова... Не мальчика, но мужа, да? Да. Как ты это понял, Рустам? Тебе, наверное, кто-то сказал? Слова человека. Как... Ну, Мандуина по-любому убьем на этой неделе. Точнее, сегодня, извиняюсь, ребята. Заговорочку попройду. Можно суммон, короче? Я не знаю, что делать, я не умираю. Мы присуммоним, камень повесь. Не, чё так рубится? Точно вы братья, не понял. Он тоже лысый? Это вежливое обращение. Признавайся, ты лысый? Бля, все, я не хочу даже разговаривать. Че-то ты так в завеше не говорил. Знаешь, как надо говорить, не разговаривай со мной. Тебя кикнут. Дайте сумму, блядь. Рыжий, я передаю, блядь, бразды правления тебе, нахуй, блядь. Я не хочу с ним тоже разговаривать, блядь. Банкуй, нахуй, блядь. Можно тоже тогда? Я тоже не хочу. Вот у меня есть списочек, с кем я не хочу разговаривать. Можно я его озвучу, блядь? Давай. Давай. Рыжий, блядь, не хочу с ним разговаривать. Сочный не хочу с ним разговаривать. Не разговаривай со мной. Я тебе сказал, ты не разговаривай со мной, блядь. Давай токены мейном, а не говночарем каким-то непонятным, которые сейчас лутанут бонус, а потом неизвестно, что будет делать. Сейчас так, но боссами надо дойти буквально. Бля, что, так можно было? Нет, ну мне прям реально дойти. Ну так... Все давайте это днём. Я типа на трэше перестал фкашить. Типа. На следующий босс на... Охуй, спасибо большое, Рустам. Здесь Ваня не фонк нужен, здесь надо похоронный, блядь, какой-нибудь марш ебашить. Токенов ноль, блядь. Перкеля, а тут же нечего лопать. Себе в другую сторону туда. С босса. Давай, куда? В другую, предположим. Эх, хоть бы сейчас токен выпал. Кому-то из ДХ. Обратно бакс. Где-то рядом выпал. Сейчас третьи штаны, и я просто... Токен, давай, токен, давай, блядь. Да, да, он не открывается, сундук, алло, блядь. Чё за сказка? Здравляю. Рататуха. ГЦ. А, он открылся, 75, блядь. Хорош. Ой, ГЦ, хуй. ГЦ, ГЦ. Брэндис, ГЦ, мейн, ура. Ой, пизду вас всех, блядь, пизду всех, блядь. Судьба тебе на токены, короче. Чё, сразу блин, вторым рейдом сюда или? Блин. Ну это хороший на самом деле рейд, если так подумать, вообще что подумал. Второй день с открытия мифика, а мы мифика даже нос еще не сунули. Стоим на мы ничего, а там мы нечего делать. Токены ебашим, блять, фармим. Ну, такого рейда еще не было. А, добить сейчас. Нет, может быть я там буду на вон ДД в рейде играть. Ты, блядь, бездарь, ты на ДХ ДД отыграть не можешь. Да я тебя посылаю по КД, блядь. Зачем вы заходите, там героик стоит. Спросили, что поставили или нет, он стал поставить. Ну вы хоть один лутоните, блядь, токен. Маршал один упал. Это чё за мем? А второй токен вытаскивайте быстро. Вы токен, когда не захотели. Там коллективная ответственность, блядь, виноваты все. Голосование. Вы что, рофлите, блядь? Ёбаный рот. Ой, нахуй. Так, а мог быть твой токен. Че, не блядь, всем пока, там, до завтра, я ебал. Нахуй я вообще пришел, я жал кнопку не соглашаться, блядь. Можешь
Может, это демократия, второе? Блядь. Добро пожаловать. Я не знаю, что... Пока, блядь, пока ты чемпион, Настя, по, это, по залупке. Понял. Твинков. Можно, не надо. Беги, беги. Давай. Ладно, так. Чисто 90% не сыграло, блин. Ну ладно, анлоки хули. Блин, ну теперь кричит глаза промах. А чё теперь? Хантамага Галондрий? Да, да. Сейчас мы вам, пацаны, 90% устроим. Кусочков долутаете, нахуй. Сейчас полный рот будет в песках. Сейчас кайфанём, блядь. Ладно, мы перезаходим, нет? Да, перезаходим. А ну, Андрея сегодня не будет вообще? Это мем, нахуй. Будет. Да. Ладно, нам еще токенов там падает. Дух. Да я тоже, понимаешь, не переживай. Хвостов. Полный рот хуёв нам есть только. Токенов, блядь. Блин, там по-любому будет по два токена, типа. Я говорю, по-любому, у нас... Я упал и не умер. Что-то не дохнет, что-то я не помню. Меня суммонить надо, короче.